Проблемы с получением электронного сертификата после вакцинации бывают. Они возникают по нескольким причинам. Одна из них, основная на сегодняшний день, отсутствие личного кабинета на портале госуслуг. Дети записывают престарелых родителей на вакцинацию, и престарелые родители не имеют у себя на госуслугах личного кабинета. Сертификат приходит только в личный кабинет на госуслуги, больше некуда. После того, как гражданам сделают аппликацию, они ждут свой сертификат, сертификата нет, они начинают обращаться к вам, к нам. После этого мы спрашиваем, есть личный кабинет, нет в госуслугах. Только после этого, как правило, на родителей заводят кабинет на госуслугах, после чего нам повторно нужно переотправлять информацию в единую государственную медицинскую информационную систему для того, чтобы сертификат выслали повторно. Чтобы избежать этой проблемы, перед тем, как записывать своих родителей, перед тем, как самим записываться на вакцинацию, заведите, пожалуйста, кабинет на госуслугах. И только после этого делайте вакцину, если вам важен сертификат. Но бывает и так, что на госуслугах человек зарегистрирован, он там ввел все необходимые персональные данные, но подтверждение о сделанной прививке не получил. Как решить эту проблему? Необходимо в техподдержку написать обращение. Там есть возможность на сайте госуслуг написать обращение, что мне не пришел сертификат о прививке. Он попадет лично в кабинет Министерства здравоохранения, и сотрудники, уполномоченные на это, займутся этой технической проблемой, и они ее решат. В любом случае, после прививки каждому сразу же выдается справка о прохождении вакцинации. Эта бумага имеет ту же юридическую силу, что и электронный сертификат. При необходимости по месту требования можно предоставлять и ее. Анна Корнетова, Руслан Пушкарев. Специально для Карибу.